Здравствуйте! Сегодня утро начали активно не только те, кто спешил на работу, но и те, кто смог в 9 часов прийти на общегородскую зарядку. Массовые тренировки в Уссурийске проходят с 2013 года. Сначала они были приурочены к праздникам или летним каникулам детей. Теперь есть календарь, в котором за теплый сезон горожане 4 раза встречаются на утренней зарядке. В этот раз бодрящая разминка прошла на городском стадионе и поле «Локомотива» и объединила около 600 человек. В следующий раз зарядка для всех желающих пройдет накануне Дня города в сентябре. А вот теннисисты сегодня активно, я бы даже сказала напряженно, проведут свой вечер. На открытых кортах ТМК сыграют финал многодневного городского чемпионата в парном зачете. Четыре участника составили турнирную сетку состязаний. Организаторы теннисные дуэты разделили на подгруппы. Каждая пара играла по 5 матчей, чтобы набрать максимальное количество очков. Так лидеры в подгруппах в течение 3 недель держали свои позиции, чтобы сразиться за медали уже в финальной встрече. Здесь интересно два момента. Первый, игра на счет, она заставляет нервничать немного, да? И тут же нужно себя контролировать, потому что если ты начинаешь нервничать, то никакой игры не получится. Вот. Поэтому в эмоциональном плане все очень интересно, да, то есть борешься со своими эмоциями для того, чтобы лучше играть. В первой подгруппе пара Оксаны Черниковой и Ларисы Лоськовой вместе с Анастасией Крапивко в дуэте с Еленой Пазычевой стали лидерами. Во второй подгруппе Вячеслав Шамрила с Татьяной Дьяковой и Софьей Решетник с Михаилом Литвиновым вышли в борьбу за медали. Сегодня на кортах до самой ночи будет идти борьба за престижные места на пьедестале. Ну а кто победил, узнаете в пятницу в программе «Неделя спорта» в 20:00.